В уютном кафе «Катамаран» самые активные жители микрорайона «Северный» принимали поздравления от руководителей органов ТОС. Почетными грамотами наградили жителей, которые заслуживают особого внимания, внесших значительный вклад в благоустройство и развитие района и города. Начальник отдела по взаимодействию с органами территориального самоуправления Ольга Попова поздравила собравшихся и призвала их еще активнее участвовать в жизни микрорайона. За активную позицию анапчане получили почетные грамоты и благодарственные письма от имени главы города-курорта. Мне хочется, чтобы наш город был красивым, уютным, чистым. Поэтому я и работаю, иногда помогаю, насколько могу и сколько хватает у меня времени. Когда о чем-то просят, я не отказываю. На мероприятии чествовали три семейные пары, которые прожили в браке более 50 лет. Супруги Александр и Галина Марковниковы – некоренные анапчане, проживают на курорте 26 лет. Поженились на третьем курсе института, всю жизнь ездили по разным городам России. Александр Александрович работал на крупных химкомбинатах. Но когда возраст подошел к пенсии, семья решила переехать в южный город. Вы знаете, нас поздравляли последний раз с 25-летием. Это наши однокурсники все. У нас было все весело, очень хорошо. И вдруг вот здесь объявили, что будут поздравлять. Для присутствующих в этот день выступал народный вокальный ансамбль «Гармония Орфея» под руководством Александра Пономаренко. 50 человек собрались за праздничными столами, чтобы услышать поздравления и пожелания от властей города. От имени Совета города курорта Анапа и от себя лично поздравить вас с Днем города, с Днем 70-летия Победы над фашистской Германией. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, удачи, всего самого наилучшего. На празднике собрались горожане, которым не все равно, какой будет Анапа завтра. Активисты благоустраивают территории, проводят досуговые и патриотические мероприятия. А власти города всегда готовы помочь и поддержать активистское общественное движение. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.